Постановление о расширении ТОР подписано премьер-министром России Михаилом Мишустином. Об этом сообщил на оперативном совещании Андрей Чибис. По сути, будет построен новый морской рыбный порт. Это терминал-ударник, более 3 миллиардов инвестиций на компанию «Нарэба». И в ближайшие несколько лет этот терминал должен полностью заработать. Кроме того, по словам главы региона, наконец-то вступил в полную силу механизм арктических льгот. В частности, инвесторам, вкладывающим в развитие арктической зоны России от 1 000 000 рублей, из федерального бюджета компенсируется львиная доля страховых расходов.